Привет, уважаемые зрители! Сегодня у нас очередной обзор. Сегодня мы поговорим с вами о ДТК. Поговорим о ДТК для двух карабинов в калибре 5.45. Слева у меня это АК-12, то есть ТР-3КН-2, вторая модификация новейшего автомата Калашникова для гражданских. Это самая дорогая стоковая версия автомата Калашникова, для доступная на рынке для покупки. Да, мы дожили до этого. Калаш за сотку – это нынче реальность. Справа от меня самая дешевая АР-ка на российском рынке, российского производства, импортозамещенный, антисанкционный, как хотите. Это в 350-м стволе, молотовский ствол хромированный, вы знаете, да? Эти оба карабина у нас на видео уже в отдельных обзорах есть. То есть самый дорогой калаш, самая дешевая АР-ка, оба в 5.45. Поговорим об их ДТК и, соответственно, поговорим о двух новых моих приобретениях, которые хочу с вами обозрить. Точка 76. В общем, смотрим. АК-12 на байонетном креплении. Вы знаете, как он снимается, но сниму, покажу. И АР-ка со стандартной резьбой 1/2 на 28. Вот она баночка. Они в две баночки в одинаковых упаковках. Одинаковый производитель. Вы знаете уже давно, кто смотрит, следит за каналом, я ничего производства не рекламирую. Данный выбор мой был обоснован тем, что на канале уже были другие производители. Данного производителя не было, поэтому я хочу даже лично для себя, да и во многом и для вас, обозревать разных производителей, чтобы мы могли с вами сделать адекватный, очевидный, актуальный, независимый выбор, поняв, какой производитель как производит ту или иную продукцию именно для оружия. В такой упаковке, в такой коробочке поставляется. Помним, да, например, были производители, которые только в пакете присылали, а это вот тут такая есть еще, как заглушка, губка. И вот он, ДТК. В данном случае, учитывая то, что на нем резьба, мы можем судить о том, что это вот сюда для АР-ки, потому что, как видим, на нем ничего не написано. Только логотип, покраска. Вот. И все, видим, что как бы вроде нормально. Там отверстие, вот оно, выходное отверстие. Нету ни газосброса, ничего, просто банка. Так, вот она упаковочка. Здесь есть файлик, оказывается. Открываем. Смотрим. Это что здесь написано? Тут нас поздравляют. Технические характеристики. Давайте остановимся на этом подробнее. Производитель говорит о том, что масса ДТК 510 грамм, длина 20 сантиметров, диаметр 48. Материал. Вот руководство по эксплуатации. Так, давайте сейчас и второй откроем. Потом, если что, подробнее остановимся. Особый интерес у меня вызывает вариант, который для байонетного крепления, потому что так, их еще я не видел. Очень мало производителей, которые выпускают, ввиду того, что данный вид крепления, они относительно являются новыми. Вот тут видим такой же файлик. Такой же ДТК и характерный способ крепления. То есть внешне мы можем легко отличить, и у нас нет ни одного шанса перепутать их. Давайте их сравним, учитывая, что они оба одного калибра. Смотрим в длину. Да, вот так правильно. В длину они одинаковые. По диаметру они одинаковые. По способом крепления они отличаются. Видим, что здесь металл другой, а здесь он покрашен, и, ну, видно целостность, да, изделия. Ощущение такое, что было именно такое устройство
сняли здесь эту часть, либо просто не ставили, и изготовлено уже немножко как бы кустарным способом, другой способ крепления, и установлен на уже имеющуюся форму и габариты ДТК, который подходит под АРПУ. Итак, вот он. Они выглядят вот так с этой стороны. Здесь есть определенные царапины. Видна внешняя обработка. Но в целом посмотрим, как оно крепится. Обязательно, безусловно, мы не только сегодня дома будем на них смотреть. Обязательно выйдем, постреляем. Специально постреляем из одного только типа патронов. И посмотрим, как летит. Ну, по слуху, да, гасит звук. Итак, друзья, вот взял наборчик. Давайте сначала снимем байонет. Он мне больше всего интересует, как встанет, не встанет. Потом проверим соосность. Так, для того, чтобы нам снять, вы все уже знаете, да, как это делается. Но для тех, кто не знает, смотрим. Вот здесь есть, ну, как всегда, фиксация такая. Нажимаем, нужно поддеть, просто на полоборота повернуть, и все, больше ничего в байонете не делается. Все, вуаля, мы вытащили. Вот оно выглядит вот так, ствол. Пачкается сразу, закоптевает, ни одно оружие и так не пачкалось у меня, как калаш с байонетом, не знаю почему. Наверное, вы тоже это встречали, у кого это есть. Вот наша банка байонетная. И, по идее, мы должны его вот точно так же и установить. Вот, смотрим, что он самостоятельно не хочет проворачиваться. Также подденем. И вот смотрим. И все. Вот так он встает. Вот так он выглядит. Люфт влево-вправо есть, этим и как бы двоякое мнение есть об байонетном креплении. Вверх-вниз и в стороны, касаемо именно оси, ствола нету. Он просто вокруг собственной оси крутится, а горизонтально либо вертикально по отношению к стволу оружия не двигается. Так, с этим все понятно. Поехали дальше. Итак, вот он будет выглядеть вот так. Поедем, постреляем. Ну, а этот просто откручиваем. Обычная резьба, она такая не длинная. Но, уважаемые зрители, если вы знаете, нужно ли гайку снимать, либо нет, напишите мне, пожалуйста. Но пока гайку оставлю. Берем вот эту банку. И давайте прикрутим. Вот, мы закончили крутить. Держится вот так вот. Никаких люфтов нету. В общем, друзья, вот так вот выглядит это все, если одним кадром. Нигде не фиксируется резьба у АР-ки, будет ли откручиваться во время стрельбы, либо нет. Не знаю. Увидим это во время стрельбы. Байонет крутится вокруг собственной оси. К чему это приведет, тоже увидим вместе. Вот как-то так у нас оружие выглядит. Здесь в комплекте, где с нами здоровались и поздравляли нас с покупкой, имеется еще вот такой файл. Посмотрим, сейчас покажу вам. Вот это у нас заключение эксперта. Итак, вот вывод. Представленное исследование для исследования для ООО такого-то и такой-то является дульным тормозным конденсатором пламегасителем закрытого типа ДТК-76, предназначен для уменьшения подброса ствола, снижения воздействия отдачи на стрелка, то есть он должен еще и отдачу снизить, я так рассчитываю, при стрельбе, как не имею представления, но тут так написано. Так, уменьшает уменьшение пламени при выстреле, это хорошо, если вы с ночничком работаете, не будет засвечивать. К приборам для бесшумной стрельбы ПБС не относится. Спасибо, это хорошо.
Итак, стреляем по второй мишени. Буду стрелять в левый верхний угол. Сегодня буду стрелять только из черной стрелы, новые патроны. Буду стрелять 5 патронов из штатного ДТК, а потом прикрутим банку, посмотрим, есть ли разница или нет. Новые патроны, лакированные такие, я еще не стрелял такими. В принципе, я думаю, мало кто стрелял, они только поступили в магазин. Постреляю сошек для достижения максимального результата. Вот он, наша банка с байонетом. Так, для того, чтобы нам открутить, надо просто поддеть и повернуть. Все. На этом вся хитрость. Точно так же ставим. Поддеваем. И все. Нигде не шевелится ничего. Вокруг собственной оси незначительный люфт такой же, как на родном ДТК. Посмотрим соосность, посмотрим, пролетает ли хотя бы пуля. В этот раз также стреляю 5 выстрелов, но не буду надевать наушники. Посмотрим, есть ли разница или нет. Надеюсь, все работает, ничего здесь не разорвет. Ну, без наушников нормально. Ну, мне нравится звук. Просто хлесткий такой, как будто это какая-то плетка. Ну и все. Сделаю-ка еще 3 выстрела. Попробую на максимальную точность. Попробую попасть по блинчику. Ну, я плохо вижу, и для меня диоптер вообще это каторга. Я вижу, что я не попал. Все высоко вроде. Ну и хорошо. Смотрим у дульного среза, все нормально. Соосность хорошая. Все работает, банка нагрелась. В общем, вот так вот. На точность не стреляю сегодня, пытаюсь на восприятие звука, потому что на точность это не ко мне. Вот, давайте-ка попробуем поставить на модель AR-15 в калибре 5.45. Так, стой, попробую пострелять. Посмотрим, когда я не под навесом, какой шум. Ну, как-то вот так стреляет. Ну, тут просто резьба 1/2 на 28. Коротенькая часть. Соответственно, если у нас глушители одинакового размера, а у байонета торчит вот такой ствол, соответственно, здесь камер будет рабочих больше, чем на ТР-3. Посмотрим, повлияет ли это на звук или нет. Вот он. У ТР-3 он до отсюда заходит. Ствол. Соответственно, здесь должно быть какое-то пространство рабочее. А здесь короче. Думаю, здесь камер должно быть больше. Но размером они абсолютно одинаковые. Так, крутим. Крутим, вертим. На ТР-3 все было хорошо в плане стрельбы. Нареканий к качеству аппарата нету. Снаряжаю также 5 патронов. И постреляю теперь с банкой. Принципиально без наушников. Посмотрим, есть ли разница. Все. Итак, стреляю по третьей мишени. Первый выстрел всегда громче, чем второй и третий, потому что пороховые газы занимают полость в банке, и второй и третий выстрел всегда гораздо тише, потому что там уже все занято. Кислород весь выгорел там, и получается тише.
и все. Сзади 5 выстрелов, все стоит крепко, ничего не шатается пока что. Давайте снарядим 5 патронов. Выйдем из-под навеса, попробуем там еще пострелять. И на этом буду считать, что его тесты такие беглые завершены. Мне пока нравится, все работает, стреляет как надо. Как-то так. Итак, друзья, это был самый дорогой калаш, который у нас на рынке есть, и самая дешевая АР-ка, которая на рынке есть. Оба карабина в 5.45, и оба были с банками .76. Если что-то не так, вы знаете, да? В комментариях пишем за и против, а особо ценятся дельные советы. Брать ли такие банки, либо нет? Насколько это было в плане передачи звука камерой действенно, либо нет, пишите в комментариях. Надо будет, приедем, переснимем уже чуть ли не под ваше техзадание. Ну, это шутка такая, да? А за сим прощаюсь с вами. До скорых встреч.